В этом городе осталось мало приятных вещей, таких как запах вскрытого сейфа. Хорошо, когда люди пишут себе шпаргалки. Следить за временем тебе больше ни к чему, Саутрай.
Бедная леди Хаднал. Сначала пожар, теперь я. Как? Ой. Ателье Альфонсо. Если верить Эктору, механическая рука для чесания спины здесь. Мне некуда идти. Если через 3 секунды ты еще будешь здесь, проведешь ночь с угрями. Ухожу, сэр, ухожу. Надо бы еще поспать. Замерзаю. Я просил у гриедов об одежде, а не о гнилых обносках. Что это за пятна? Даже портной нашел способ получать доход от мрака. Она заражена? Не буду. Что? Почему дверь открылась? Разберись с этим. Кто это там крадется? Видимо, перекосило. Как и меня. Какое сейчас облегчение выпить для храбрости. Аж пот холодный бросило.
Если поймаю его, наверняка получу вознаграждение. Что тут у нас? Поспать бы. Сейчас бы еще выпить для храбрости. Схватить что-то, пока я там. Крысы повсюду. Где он прячет монеты? Надеюсь, это не мрак. Никаких вестей из доков. Босс будет рвать и метать. Клепает этот портной. Бесконечная ночь. Большой сейф для портного. Интересно, что он там прячет? Да торговцы баландой пропали. Полцарства за кофе. Вонючие тряпки. Надеюсь, я не подцепил мрак. Что бы это могло быть? Прости, Альфонсо. Больше перчаток не будет. Это научит тебя раз и навсегда! Умоляю,
Я отдам все. Хватит блеять. Куда ты спрятал ключ от сейфа, Альфонсо? Вставай, Альфонсо. Чертов придурок совсем удар не держит. А? Не смей. Сегодня холодно. Знаешь, что я видела вчера в Блэкферд?